И я всех приветствую, дорогие друзья. И начинаем нашу смехоразминку, которая называется «Смехоэнергия», и в которой включает в себя сразу несколько практик. Это и смехозарядка, это ментальная зарядка, потому что мы разминаемся, и мы проговариваем, мы не молчим во время всех упражнений, мы что-то обязательно выполняем, да? Даже пока я вам сейчас объясняю, давайте мы станем на носочки и потянемся, чтобы быть в росте, чтобы быть в потоке, тянемся, тянемся выше, 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 выше. Да, тянемся. Да. И наша смехоэнергия, она включает энергию йоги смеха. Йога – это дыхательные практики, а дыхание для человека – это просто номер один для здоровья человека. Да. Она включает в себя, естественно, саму смехоэнергию, потому что при таком выполнении мы наполняемся гормонами радости. Да. Она включает в себя различные игропрактики, смехотерапию, звукотерапию, ментальную, эту пальчиковую гимнастику, нейрогимнастику, ну и многое-многое другое. Хорошо. И давайте вспомним, что мы вдох делаем низ живота, делаем вдох. И выдох, на животик втягивается. И когда мы делаем вдох, мы наполняем наш организм гормонами радости. Вдох. Задержали, задержали, задержали. На выдохе выходит все ненужное, все растворяется. Разные печальки, волнения, обиды, беспокойство. И растворяется, и как облачко просто вот рассеивается, улетает, разлетучивается. Да. И сейчас мы берем силу, энергию этого утра. Вдох. Задержали, погладили животик по часовой стрелочке. Погладили, погладили, погладили. И выдох, дарим любовь и счастье всем вокруг. Хорошо, молодцы. Приготовьте какие-нибудь маленькие два мягких предмета. Это могут быть, например, вот две игрушки. Да. Приготовьте. И вчера мы с вами немножко делали упражнение на координацию движений. И это было... Что у нас это было? Это были мандарины вообще-то, да? Сейчас я изменю виртуальный фон, чтобы было вообще больше видно. Такой настоящий виртуальный фон, чтобы у нас не пропадали наши движения. Да. Хорошо. Так. Это могут быть две маленькие игрушечки, подушечки, два клубочка. Ну, что хотите, любые два предмета, хоть носовые платочки, видите, хоть носочки, да? И сейчас мы берем эти игрушки и заряжаем их энергией. Да, привет, дуем на него. Долгий-долгий выдох. Итак, полный живот воздуха. И долгий-долгий выход. И сейчас мы начинаем смеяться и вспоминаем на букву А. Громко, широко открыв рот и долго-долго смеемся вместе с нами, с нашими смехоигрушками, подушками, смехоносочками, клубочками, платочками. Вдох. И... Можете включать звук. Вдох. И... Длинный выдох, голоса нет, мы смеемся беззвучно, да? Еще раз вдох и начинаем теперь смеяться и подкидывать по очереди наши предметы. Мы развиваем что? Сразу глазомер, координацию движения. Ну и продолжаем работать с дыханием. Вдох.
Хорошо, теперь два одновременно подкидываем. Получается? Теперь смотрите, поднимаем, мы будем ловить. Вначале по одной. Оп, ой, оп. То есть отпускаем, успеваем поймать. Продолжаем, продолжаем. Теперь две одновременно. Вдох. Если падает, поднимаем, продолжаем смеяться. Смеемся, смеемся, качаем наш пресс, чтобы у нас талия обозначала, чтобы уходили лишние калории. Одновременно развиваем координацию, ловкость, да, глазомер. И по одной, и две меняем. И теперь меняем по-разному, делаем. Комбинируем. Одну вверх, другую вниз. И теперь перекидываем, как вчера делали. Раз, стараемся поймать. Одну держим в руке, другую подкидываем, а ту перекладываем в руку. Можете яблочки вот тут взять, можете мандаринчики, мячики, можете, вот как я, игрушками, клубочками. Две. В одну и в другую сторону. И поблагодарим наших смеха друзей. И похлопаем им. Хорошо, хорошо, растираем ладошки. И у нас прилипают денежки. И приготовились. Хо-хо-ха-ха-ха. Да, хорошо, хорошо. Да, лучший день, лучший день. Да, миру мир, миру мир. Да, вдох на носочки. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Хорошо, молодцы. И на осанку. Чтобы у нас спинка была ровная, говорим, моя спинка ровная, лопатки соединяются, да. И вот так вот в разные стороны руки поднимаем, и у нас они отходят назад, да. Вот, у меня осанка королевы, у меня самая красивая осанка, у меня самая легкая, красивая походка, да, меня приглашают на подиумы. Я выступаю моделью. И хорошо, хорошо, вот так прогибаем, чтобы ручки ровные были, локоточки. И спокойненько назад, сколько можем. Добавляем смех. Сгибаем локоточки. Смотрим, чтобы хорошо-хорошо лопаточки назад соединялись. Сколько можем, вверх поднимаем, голову поднять и смеемся тоже. На выдохе животик втягивается. Работаем, чтобы у нас рельеф на животе был. Пресс, вдох. Наклонились. Руки под весом идут назад. Смеемся.
встали волной. Помните, как мы встаем волной? Смотрите, наклоняемся с прогнутой спинкой, с прогнутой, а потом сбросили и округлили. И очень хорошо это движение использовать в танцах, оно красиво смотрится. Вот здесь у нас спинка прогнутая, прогнутая, сколько можем, наклоняемся, наклоняемся. Спинка как лошадка, как седло у лошадки. И потом сбросили и округлили спинку. Округлили спинку, да. Обязательно делать упражнения для спины, потому что, ну, позвоночник – это просто вот наш столб, который соединяет нас корнями. Мы упираемся, берем энергию, да, от матушки земли. Это наши ножки, которые крепко стоят, которые здоровые, сильные, да, стройные. И через наш позвоночник вот идет вся энергия. Мы соединяемся с макушкой, с Wi-Fi, получаем энергию, да, вот, от Всевышнего, да, заходит энергия и полностью проходит через нас. Когда мы смеемся, у нас ровный позвоночник, да, у нас очень хорошо тоже проходит вся эта энергия. И когда мы танцуем, и когда мы хлопаем, вот это все очень хорошо работает, как именно заряжающее. Хорошо, молодцы. Давайте сейчас с вами вспомним наши пальчиковые гимнастики. Для этого вначале разотрем. Знаете, чтобы мозг был гибким, пластичным, вот очень важно обязательно это выполнять. И, конечно, мы добавляем нашу смехоэнергию. И неважно, даже получается, не получается у вас, а главное, что у нас образуются новые нейронные связи, и вы делаете ваш мозг более гибким. И вот тогда вы и в жизни начинаете поступать гибко, пластично, вы начинаете видеть новые ходы, которые не делали раньше. И сейчас вот так сделали, да. Покрутили. И сейчас, знаете, когда время такое быстро все меняется, очень быстро, и кого-то увольняют с работы, у кого-то происходят какие-то ситуации, то что важно? Уметь адаптироваться в этих во всех вот быстро меняющихся ситуациях. Очень важно уметь адаптироваться и оставаться в ресурсном состоянии. Угу. Хорошо, пальчиками поработали. Так, покрутили кулачками в другую сторону. И сейчас играем на пианино. Смотрите, мы начинаем с большого пальчика и по порядку. Ручки у нас кругленькие. Кто играл, знает, как яблочко держим. И начинаем с большого пальчика. Большой, указательный, нажимаем на клавиши. Четвертый, пятый, четвертый, третий, второй, первый. И смеемся. Сейчас звук включим с вами, да, голосами будем пропевать каждый звук. Ну, как вот если бы мы действительно на пианино играли. Вдох через букву А. Вот, это наша звукотерапия. Знаете, голос, он резонирует очень хорошо с каждым нашим органом. Давайте еще раз. Вот тут у нас сразу и пальчиковая гимнастика, и мы соединяем ее со звукотерапией. Приготовились, вдох. Тянем, тянем, сколько можем, тянем, тянем. Если смешно, можно смеяться, но главное, чтобы все это было на выдохе. Голоса нет, беззвучно. И еще раз приготовились. Да, горлышко у нас еще не сильно разработано. Давайте. Вот так, энергия, хорошо, хорошо, разотрем ладошки и на горлышко. И говорим, мое горлышко здоровое, да, мое горлышко, оно позволяет немного смеяться, хорошо говорить, да, оно сильное, крепкое, закаленное, да. Требуется откашляться, чувствую, да. Давайте вдох делаем, откашливаемся и мокроту выплевываем. И вдох.
Так, все откашливаемся еще раз, потому что за ночь у нас там накопилось. Вдох. Еще раз вдох. Длинный, длинный выдох. Берем водичку. Да. Давайте немножко мы откашлялись и попьем. Водичка должна быть немножко горячая, но не кипяток. Можно лимончика добавлять. И говорю, доброе утро, красавица. И вы каждый называете себя, свое имя. Я Доброе пропадаю. утро, Хан! Спасибо, благодарю. Я провозглашаю чудесный день. Доброе утро, Лариса Королева! Добро, добро, моя хорошая, добро. Доброе утро, Бахтхан Королева! Ой, благодарю, благодарю. Дальше говорю. Я провозглашаю чудесный день и счастье в мою жизнь. Как классно, здорово. Я здоровая, стройная. Я здоровая, стройная. А, у меня красивое лицо, молодое. У меня отлично работают все органы. При смехе я наполняю весь свой организм кислородом. Кислород активно поступает в мой мозг. У меня отличная память. Мой мозг гибкий. Кислород активно поступает к моему сердцу. У меня отлично работает сердце. Мотор, да, нашей жизни. Я запускаю все пищеварительные процессы. У меня отлично работает желудок, кишечник, все мои органы, да. Я наполняюсь энергией с каждым вдохом, с каждым смехом, с каждой улыбкой, да. Мое лицо расцветает, морщинки исчезают, да. Я полна энергии, энтузиазма, желания жить, танцевать, смеяться, радоваться этой жизни, да. Я наполняю радостью и счастьем всех окружающих меня людей. Ой, молодцы. И мы вместе делаем этот мир, конечно же, добрее. Хорошо. Друзья, растерли ладошки. Продолжаем нашу пальчиковую гимнастику, делаем обязательно и смеемся, да? Хорошо, наши мизинчики поздоровались, наши указательные поздоровались, средние, указательные, большие. И дальше пошли указательные, средние, безымянные, мизинчики. Хорошо, еще раз поставили на клавишу. И еще раз давайте споем то же самое. А можем спеть прям до ре ми фа соль, по мере до. Давайте. Вдох. До ре ми фа соль фа ми ре до. Какие все оперные певцы. Еще раз, еще раз. И до ре ми фа соль фа ми ре до. А теперь смотрите, первый, третий, пятый. До, ми, соль, ми, до. Первый, третий, пятый, третий, первый.
И приготовились, пальчиковая гимнастика, звукотерапия, вдох. До, ми, соль, ми, до. Тянем, 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 сколько можем, тянем, 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 да-да-да-да-да-да. И еще раз приготовили. Вдох, животик. До, ми, соль, ми, до. И смеемся на о. Вдох. Вдох. О. Хорошо, молодцы. А теперь с вами посмеемся сейчас на букву И. Вдох. Прокачу, прокачу разные звуки. Вдох. И на букву А. Вдох. А? Молодцы. А сейчас соединяем А, О, И. И смеемся на одном выдохе на все три буквы. Приготовились? Вдох. А. Молодцы. А сейчас начнем смеяться с О, а потом подсоединяем А и И. Приготовились, будьте внимательны. Вдох. Какой буквы? С О. О. Молодцы, подкашливались. Молодцы. А теперь с буквы И смеемся и добавляем О и заканчиваем А. Вдох с буквы И. И, конечно же, мы видим, что на букву А смеяться легче всего. Именно поэтому, друзья, мы начинаем всегда прокачку с буквы А. Да, когда мы берем смехомешочки, когда мы просто отрабатываем наши упражнения, чтобы голос хорошо выходил, рот был открыт, громко, да, движение добавляем, то А – это у нас стартер, а потом мы подключаем разные звуки. Вот сейчас вы увидели, да, когда идут другие звуки, ну, немножко есть препятствия, не так высоко, не так легко выходит голос, да, но после прокачки становится легче, легче, легче. А сейчас нам нужно с вами рассмешить вот этого красавца, и знаете, что будет взамен? А взамен я вам покажу миллионера. Хотите увидеть миллионера? Хорошо. И мы сейчас кидаем вот сюда, в эту копилочку, наши смешинки. И громко-громко смеемся. И каждый, кто смеется громко и кидает сюда смешинку, обязательно станет миллионером. И вы сейчас увидите сами это чудо. Итак, кидаем смешинки. А? А теперь на минутку закройте глаза, закройте все по-честному, я скажу, когда открыть. Открываем! И что мы здесь видим? А я вижу, что это вы миллионеры, потому что я вам показываю зеркало. И если кому-то плохо видно, то вы подходите к своему зеркалу, да,
и смотрите на свое отражение и говоришь: «Я миллионер, да!» «Да, миллионер, я!» Да. Хорошо, хорошо. Да, лучший день. Да. А, молодцы, молодцы. И сейчас мы с вами говорим считалочку. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. Включаем звук. И приготовились. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. И еще раз. Ехал грека через реку, едет грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека рак. Ребята, вот смотрите, скороговорки, они развивают наш речевой аппарат, нашу артикуляцию. И каждый из вас, кто разговаривает с людьми и беседует, кто проводит вебинары, кто, может быть, только мечтает, да, быть спикером, проводить какие-то мастер-классы. Вам очень важно развивать артикуляцию. А когда мы включаем еще в это время пальчиковую гимнастику, вы представляете, то есть мы не только четко, легко говорим, но у нас еще идет координация движений. Когда мы говорим выразительно, если мы в это время работаем руками. И вы знаете, что нейрогимнастика, она делает гибким, пластичным наш мозг. Правильно? Поэтому, когда мы это соединяем, мы образуем сразу несколько новых нейронных связей. Поэтому мы сейчас начнем с самого простого пальчик-зайчик и будем делать грека. Ехал грека через реку. Поехали. Ехал грека через реку. Видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку, грека цап. Получается? Через хлопочек. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. И теперь побыстрее. Сбиваемся, если ничего страшного, смеемся. Поехали. Ехал грека. У кого ошибка, пропускаем сразу смехоэнергию через пальчики. Поехали, вдох. Еще раз вдох. И поехали. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. И чуть-чуть побыстрее. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. Вот вам домашнее задание, да, друзья? А сейчас мы с вами смеемся, как злодей на букву О. И мы сейчас с вами пришли в театр, да? И нам нужно воплотиться и показать, как же смеется злодей. Вдох. И ох! Давайте максимально низкий звук. Вдох. О! И мы, знаете, при этом у нас и происходит фейсбилдинг, то есть у нас начинают работать наши мышцы. Приготовились еще раз на О низко.
Хорошо, молодцы. А теперь на букву «э» посмеемся. Мы как будто кого-то встретили и кричим «эй», чтобы у нас эхо нас продолжило. Так, длинные. Приготовили смеемся на «э». Это редко, да? Вдох. Меняем тональности. Видите, уже другие мышцы у нас при этом задействованы, да. И наш звук резонирует по-другому с нашими органами, да. И сейчас на букву «ы». Иногда так смеются люди. Кстати, очень смешно, да? А теперь бабку-ёжку дразним. Как она смеется? А мы подозреваем, кто у нас бабка-ёжка. Хорошо. А теперь меняем все-все звуки. Поехали. И я. Молодцы, вспотели, да? И сейчас вдох, делаем вдох. Выдыхаем всю усталость, все не нужно. Все заботы, волнения покидают нас, растворяются. Еще раз вдох. Все волнения, заботы, печальки превращаются в облачко, которое рассеивается, растворяется навсегда. И в нас только остаются радости, да, гормоны радости, эндорфинчики. И, дорогие друзья, мы благодарим Вселенную, мы благодарим это утро за наше здоровье, за наш день, за нашу смехоэнергию, за нашу радость. И пусть этот день сегодня в течение вот всех часов вас радует, приносит вам только счастье. И делитесь этим счастьем вокруг себя. И, дорогие друзья, хочу вам напомнить, что с понедельника мы переходим на время 9 утра. 9 утра, да. До конца недели мы еще с вами занимаемся по расписанию 8:30. Завтра у нас будет Ирина Куленченко, она будет проводить танцевальную разминку, смехотанцы, да. Вот. И с понедельника уже у нас будет время в 9 утра. Хорошо? Подходит? И, пожалуйста, передайте всем знакомым, делитесь ссылкой. Ссылка всегда и время указаны в нашем чате «Смеха энергия», да, то есть канал у нас на Телеграме есть «Йога смеха», «Смеха энергия», куда мы выкладываем полезные видео, записи многих наших тренировок, выкладываем какие-то, ну, информации про смех, про влияние на здоровье, какие-то новости, поэтому обязательно, да, заходите в чат, читайте и делитесь этой ссылкой с друзьями. Мы, да, проводим это безоплатно, чисто, благотворительно. И только у нас одна цель, чтобы как можно больше людей улыбались, смеялись и расплескивали вот эти лучики счастья всем остальным друзьям. И тогда одно из правил йога смеха, одна из миссий йоги смеха – это для того, чтобы был быстрее мир во всем мире. Человек может делиться только тем, что у него внутри. Ну, если хотите, можете кто-то дать обратную связь, что-то сказать, свои пожелания. Может быть, вопросы у кого-то есть, или поделиться своим там состоянием, здоровьем.
Нас буквально вот-вот отключится, но можете несколько слов успеть сказать. Давайте.